красивая. Вот вам и гуся, у нас курица. Смотрите. Гуся, гуся. Молодец. О. Гуся, и пар идет еще. И пар идет, все горяченько. Похоже на гуся? Похоже. Похоже, все. Какая разница? Зачет. Крылышки, ножки, грудка, все есть. Хорошо. Все, сейчас будем кушать. Молодец. А то так как-то оно незрачно это берите себе картошечки. Бу-бу-бу, Санек, все. Бу-бу-бу. Сейчас тебе. Ну, давай. Так, подожди, сейчас тебе положу картошечки. Картошка с виду хорошая, вижу уже. Вкусная должна быть. Чуть-чуть выше. Саша улыбается. Видно, по мозгам дал это Старка тебе, Старка. Да? Ну, дала или дала, не знаю, как правильно. Дала, наверное. Как есть, так и есть. Глагол женского рода. Да. Я что хочу сказать. Значит, хороший напиток. Хороший. Какой? Старка. Коньяк. Старка. А мама вспоминает, как они покупали с папой коньяк. Что это был за коньяк? Здесь ну, это были 90-е годы. Вспомните эту историю? Ну, еще бы. А что? Сигнал. Вот это сигнал от машины. Купили коньяк, принесли домой. Попробовали, открыли бутылку. Еще даже и не пробовали. Запах такой резкий, какой-то кислятиной. Ну, уж то, что... Запах коньяка и вкус. Обычно, когда собирались, мы преимущественно покупали коньяк. Не какой-то там самогон, вот именно коньяк. Поэтому даже по запаху уже было понятно, что какая-то дуриловка. И я говорю, знаешь что, давай по полю отнесем это. Есть лаборатории, которые проверяют качество. Узнали, где это, на Республиканской улице. Поехали туда, значит. Возле вокзала, да? Да, возле вокзала. Нашли эту так называемую контору. Приходим, сидят в помещении человек 5 девушек, женщин. Вы что, вот принесли, чтобы мы определили качество вот этого напитка. Одна так подносит. Коньяком пахнет. Я говорю, вы уверены? Так, да, это коньяк. Я говорю, знаете, я хочу, чтобы вы провели экспертизу и показали мне анализы. Бумаги, где написано, да, что это. Бумаги, да, анализов. Ну, через несколько дней приходим. Да, так сидят девчата, немножко смущенные. Да, вы были правы, это не коньяк. Это продали какую-то кислятину, и мы потом с папой так-то раз лыжи навострили, пошли в магазин. Думаю, ну мы вам сейчас нос утрем вот этой бумагой. Там уже и духу не было. Ни одной бутылки там, где покупали так называемый коньяк. Сигнал, значит, туда поступил, в этот магазин. Сказали, я полагаю так, что да, где-то эти девчата... Наверное, позвонили и сказали, что вот... Одна банда. Да, возможно. И, короче говоря, уже не было. Вот такое было на памяти. Ну, это а да. Все время, когда... Ну, не было такого. Это единственный случай. Тогда не было этих вот акцизных... Не акцизных марок, а как они... Ну, акцизные, да. Какой-то там сертификации. Ну, я думаю, это ни о чем не говорит. Просто было больше бардака. Ну, да. Кстати, вот попался на глаза напиток «Крепкий орешек». Тоже настойка. Старка, настойка. Попался. Тоже на глаза попался. На глаза. Попался на глаза. Попался. Сына, ты спроси, мы тебя уничтожим. Сколько этот напиток стоит в баре, ждет, когда его будут пить. И «Крепкий орешек» попался, да, вот сегодня. Попался, да. Премиум, качество, продукт. Это Витебск. Настойка горькая. Да. Вот одно могу сказать. Это Витебск, да. Как только стали выпускать этот напиток, очень был хорошего качества, очень.
не то, что хорошего, а отличного качества. Покупали не раз. К нам приезжали россияне, Танины родственники. И мы брали его, брали, все нахваливали, вот такой он хороший и все прочее. Прошло энное количество лет, купили мы его и убедились, что или партия такая попалась нам, или орехи кедровые. Вот. Там орешки есть, Саш. Вот да, видите, да. Там вот орешки кедровые. Угу. Какие-то некачественные были. Но что-то было не то. С тех пор мы его не покупаем. А у мамы в баре стоит эта бутылка 100 лет. И очень долго. И 3 года. Ну, пригодится. Нашей Галине Степановне скоро юбилей. Значит, хороший напиток. Вот и откроем. Крепкий орешек. Так? Да. Так. Да, конечно. Ну, сегодня откроем еще. А я помню, знаете, что привезла водку из Белоруссии. Домой к себе, в деревню. Ну и сели гости, значит, попробовали нашей водки белорусской. И говорят, что, говорят, и что это у вас за водка? Она и по мозгам-то не бьет. Если уже нашу ульяновскую выпьешь стопочку, и со стула можно упасть. Крепкая, да, а наша водка, она мягкая. Вот так вот сказали, что у нас слабоватая водка. Ну, если сравнить, как когда-то... Когда-то, собственно, до сих пор этот гонят, как говорят, самогон. Тогда вообще качество, если поджигаешь спирт, когда первые эти... Или проверяют, зажигают самогон, если он горит, значит, он крепкий. К чему помнят? Во время войны наши соседи умудрились где-то достать какой-то аппарат, ну, самогонный. И из чего, не знаю, значит. Из чего во время войны можно было, не знаю. Брашку. Ставили брашку. Там в общем, я знаю, только то помню, в своем мозгу помню, что, значит, там кто-то капало, потом подносили спичку, горело синим огнем. Значит, крепость хорошая. Ну, дело не в крепости. Ты, Таня, помнишь, как мы приезжали на Ленинку, к тебе на родину, и привозили напиток вот белорусский. Он называется как? Ой. Как же он называется? Типа самогон? Не, не самогон, нет. Нет. Там сколько крепость град? 60? 60, да. Сейчас продается 70 с чем-то градусов. Есть такой вот. Даже этикетка такая же. Первач. Первач, да. Вот. А ну правильно, вот оно и слово. Первач, первое. И как сейчас вот помню. Я говорю, что первые капли, капли их. Капали, поджигали, горел. Значит, да. Собрались все родственники, ну не все, кто был в это время там. Лена была твоя двоюродная мои сестра, да. Тетка. С мужем. Тетка. Выпили, сестра. Тетка сидит вот так вот сбоку и толкает меня. Мы только выпили, она меня толкает. Сашка, че сидишь? Давай наливай. Завтра все, завтра у меня, завтра шашлыки у меня во дворе. Хорошая у вас водка. Хорошая, то. Одним словом, эта бутылка, я не знаю, сколько большая выпили. Большая была, но наша была, наша привозная, 0,7. Но у нас и было... 0,7 было, да? Большая бутылка. И нас было достаточно количество людей, как могли этой водкой... Короче, мы напились. Напились некоторые товарищи. Некоторые товарищи болели. И на следующее утро нас уже не пригласили. Ни на шашлыки, уже ни до чего никому было. Да, вот такая вот, ну, история имела место. А муж моей сестры, и говорит, я приехал на работу, говорю, о, мужики, вот это водка белорусская, первач. Говорит, такая, говорит, крепкая. Вот так вот. И последний раз мы были, вспоминаю, у Тани тоже на Ленинке, как правильно я говорю, на Ленинке, да? Мы так называли. Рабочий поселок имени Ленина. Не, я имею в виду не в Ленинке, а на Ленинке. Или на Ленинке. В Ленинке. Нет, куда едешь? На Ленинке. Одним словом, приехали мы в Ленинку, так будет правильнее. И зашли в магазин в центре. Опять же, это условно можно назвать центром поселка. Там два магазина. Один частный, один. Не два, а четыре. О, это заговорила кровь. Это
не обидел родину. И говорю, девчата, вот какую можно взять у вас, какой напиток вообще? Напиток можно взять, чтобы, как и сказал, он не вызывал у меня сомнения, чтобы одним словом... Там мужик какой-то водку покупал эту, говорит, берите, вот это хорошее. Одним словом, продавщица на меня так посмотрела, ничего не ответила, говорит, вся хорошая. А я вот зря сделал, что не обратился к местным аборигенам, которые там стояли на входе, надо было у них спросить, мужики, какую водку можно брать? Вот они бы мне ответили. И я по простоте своей душевной взял, купил, что подороже. Хортицу. Купил хортицу, хортицю, хортица по-украински, да. Купил, боже мой, как я мучился, я выпил две стопки, я отравился так, что... Я вообще не знал, что это такое. Ну, спиртное это спиртное. Халтура. Халтура, да. Продавщица, по всей видимости, знала. Откуда она знала, продавщица? Ну, выгораживай. Ей привезли, сказали продать, продавай. Она и продает. Ну, вывод такой, как правило, вот получается, что подороже, то получается, то и похуже. Такой смысл. А может быть, специально было сделано так, типа украинское, значит, чтобы все думали, что хорошее. Что наоборот. У нас то хортится. Что хорошее, да. В Бресте хортится, хорошее продается. А покупаешь, плохая оказалась. Ага, плохая. Потому что говорили, ой, фу, какая это украинская настойка. Мы или когда, водка. Да, мы когда на Украине отдыхали. Во, в Одессе мы покупали. Хорошая хортицу водка. Брали. И в Бресте мы ее покупали. Хорошая водка. У нас в Беларуси делают хортицу, выпускают, не знаю, какой ликероводочный завод, но вполне достойный напиток. Хотя в Одессе мне понравился больше всего. Привет, Одесса! У нас там есть зрительница Марина. Мариночка, привет тебе! Хочу привести слова Омара Хайяма. Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила – запомни ты сначала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Это вот я, ну, как говорится. Это сегодня к нашей нынешней обстановке относится. Мы иногда с Сашей разругаемся. Я говорю, нет, Санёк, лучше бы, говорит, я одна жила, говорит, а ты один жил. Вот она мне это выдала на и старости лет недавно такое. Пришли Магдалин Степан. Эх, мне как обидно стало. Я, ах, вот ты так, хочешь одна жить, я говорю, живи, пожалуйста. И пришли Магдалин Степан, я говорю, Галина Степановна, говорю, вот знаете что, может нам с Сашей развестись? Говорю, он будет сам жить, я сама буду, говорю, жить. Мы что-то, говорю, стали так в последнее время ссориться, и что вы нам тогда сказали? Дети, не выдумывайте, выбросьте дурное из головы. Ну, мы так, к слову. Смотрите, как Татьяна накрасилась, как Чита Маргарита. Чита Маргарита, это я так в молодость красила. Знаете, чем красила? Стрелочки навела синим карандашком. Ресницы, я уже даже забыла, есть ли у меня ресницы. Оказывается, есть девчонки. О, еще накрасила. Чита. Пирог какой у нас с творожком, творожный вкусный и с маком. Хотим передать привет нашим друзьям из Чехии. Аннушке, да? Аннушке. Да. Пока я не так много съел, и мозги еще у меня работают. Мы сегодня получили фотографии, Аня нам прислала. Ох, какие милые, добрые люди живут в Чехии. Это наша подписчица. Мы знаем ее доченьку. У нее папа. Есть сыночек и невестка есть. Это наши друзья. Наши друзья. Мы их всех поздравляем. Много счастья им желаем. Будьте всегда здоровы, радостны. Пусть ваша жизнь будет такой же красивой, как вы сами. Аню младшую мы видели. Мы знакомы. Познакомились. И Аню старшую знаем. Да, да, да. А вот кто еще там из деток?
Сын с невесткой. Сын с невесткой. С ними не знакомы. Сыном нет, не знакомы. Сын, по словам Ани, летчик и работает на авиалиниях там где-то в Юго-Восточной Азии, если я не ошибаюсь. Работа ему нравится. А невестка стюардесса, представляете, какая красивая пара, какие красивые профессии. А работа интересная. Я в молодости мечтала, думаю, замуж выйду или за летчика. Мечтала, потом думаю, ладно, за пограничника. Ни летчика, ни пограничника. Но оказался Сашка налетчик. Сашка налетчик у меня. Два в одном. Все, вам привет. Всем, всей семье вашей большой дружный привет от меня.